класса у меня появилась любовь к сцене, и я тогда подумал, что да, хотел бы стать актером. Меня порекомендовали с кафедры. Сказали, есть у нас мальчик татарин. Может быть, он вам подойдет. Меня сразу в бой кинули. Обычно, когда ты приходишь в театр, тебе дают 7-й грип в 5-м ряду, сказочку, и ты играешь. А мне сразу досталась почему-то роль в «Она Юрига». Там персидского разведчика. Мне даже поговорить дали в кадре немного.